Вечер пятницы для 34-летней Натальи Ионовой выдался на редкость продуктивным. Певица успела выступить сразу на двух выпускных вечерах. Сначала «Глюкоза» появилась на концерте в Крокус Сити Холл. Для выхода на сцену любительница откровенных нарядов не стала изменять своим привычкам. Ей приглянулось впечатляющее мини-платье насыщенного алого оттенка, расшитое сияющими пайетками. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру звезды и ее прокачанные ноги. После триумфального выступления «Глюкоза» переместилась в парк Горького, где прошел московский выпускной. Веселье длилось до 6 утра, а участниками этого действа стало около 20 тысяч человек. Свои лучшие хиты исполнили главные кумиры молодежи Зиверт, Ханна Нилетто, Аева, Рита Дакота, Полина Гагарина и другие звезды. На этот раз «Глюкоза» переоделась в эффектный наряд Total Black. Она надела черный пиджак со смелым топом и ультракороткие шорты из кожи. Завершением сексапильного аутфита стали тонкие колготки в едва заметную сетку. Дерзкий макияж и конский хвост удачно вписались в общую концепцию образа. Певица в считанные секунды завела весь зал, соблазнительно двигаясь на сцене под зажигательные ритмы своих песен. Фанаты восхитились эффектным образом своей любимицы и сделали ей множество теплых комплиментов. «Кто куда, а я только на ноги и смотрю, нормасик, у нее от самой себя ноги подкашиваются, внешность у нее бомба, «Глюкоза» шикарна, как всегда», — написали поклонники в Инстаграм. Наталья Ионова обожает смелые выходы. Певицу сравнили с Анджелиной Джоли. Дочь звезды отчислили из школы за несоблюдение дресс-кода.